Попытка номер два. Кипятим молоко. Первый раз у нас свернулся творог, получился непонятный. Где он был? Потом сболтаешь. Тебе налить попить? Мне нужно все равно кипяченым пить. Вдруг чего? Вдруг коза была нездоровая. Гипноз молока у нас. Бабуль гипнотизирует молоко, чтобы оно у нас не свернулось. Он пригорел от наших самых немножко. Ну вот, поэтому ты его гипнотизируешь. Она сейчас закипит сразу, убирает кучу кастрюли, и почти полную. Кто убежит? Вот пенка. Все, пошло. Все, я же выключила. Поднялась она. Чуть-чуть уже закипела. Ну, через вербы уже ушло. Все, гипноз молока окончен. Закрываем крышкой, оставляем до полного остывания. Потом посмотрим, что будет с молоком. Прошел бы гипноз успешно или нет. Теперь понравится. Ой, скрипка моя. Три круга, три. А что соседи-то скажут? Сейчас придут, скажут, что мальчика-то. А я умею сильно боксировать. Бум-бум-бум. А я хорошо ем, чтобы быть сильным. Дайте салфеточку. Ноте вам салфеточку. Поем хлеба. Поем рыбку. На тебе рыбку. А мне? Почему вы Диме все отдаете, а мне не даете? Дайте мне! Почему мне Диме даете? Я тоже хочу есть. Мне давай, баба Валя. Ну-ка мне дай. Дай мне. Дай. Сейчас я у тебя отберу, сейчас я рукой тебя. Ну что ж такое, что ж такое. Так, теперь мне давай, мне давай. Дима, быстрее кушать тебя. Он сильнее тебя будет, Дима. Нет, мне давай, мне давай. Не дам, Дима съест. Не торопись, пусть прожевывает. Хлеба теперь дай. Немножко. Хлеба мне дай. Нет, Диме хлеба дать им. Помидору дай мне. Так, так, мне давай. Ай, дайте мне. Рыбу теперь мне давайте. Что такое? Дайте мне картошку мне дайте. Рыбу что сначала ему дай. Все, я сейчас целый кусок дам. А помидору? Дайте мне помидору. А, мама, да что же это такое?
Рыбу сейчас съем все. И да. А вон баклажан. Баклажан хочу. Ой, баклажан. Опять мне не дали. Да что же это такое? Опять не дали баклажан. А, рыбка. Дайте. Ну, этот кусок я точно сейчас поймаю. Сейчас. Но этот кусок точно. Ну, дайте, пожалуйста, мне. На. Ну, давай, покорми Валуева. Корми. На, ешь. Дима сам кормит его. Давай, покорми Валуева. Возьми вилочкой. Вилочкой возьми. Спасибо, Дима. Да, еще. Накали вилочкой картошечку. Вот так вот. Подожди, вот так вилочку переворачивай. Так вот, колет вот так. Там. Корми сам. Вот теперь сам ест. О, молодец. Да, молодец. Поработал. А я пойду за хлебом. Ой, полный рот. Это перец. Его нельзя есть. Не почистить. А мне, давай вот это мне. Сейчас. Шиповник странный нашли, смотрите. Прям колючий. Вроде шиповник похож. Листочки такие же. Правда, темнее. Вон тут. Колючий. Посмотрим потом. В конце лета. Что тут выросло. Здесь вишня. Посажено много-много. Много вишни. Пропадает вишня. У кого вишен навалом, у кого яблок. А я бы, честно говоря, мечтала о боярышнике. Его набрал, сложил сушилку, посушил, заварил в термос и пьешь. Тут даже подпиливали уже. Сирень тут. Боярышника будет много. Вон он какой. Я бы хотела, чтобы у меня рос на участке такой боярышник. Я прям помню, сушила много в прошлом году. Скоро будет снова. Красиво как. Какой красивый, смотри. Класс. Как, знаете, дикий сам растет. А вот этот, кстати, большой лист, это девисил. Вырос огромный. Что-то он в рост не растет здесь, они какие-то мелкие. Странно. А вот этот, кстати, вот штуковина. Ее если оторвать, кстати, кто-то сидит. А, маленькая божья коробка сидит, сейчас покажу. А, нет. Кто-то другой сидит. Ее, короче, оторвать, там будет такая клейкая штучка, ее можно ею что-то приклеить, если на даче нет клея. Вот, кстати, висел. У него уже цветочек там. Я хочу цветок довисило попить, чай с ним. Вот эти вот ягодки. Не знаю, правда, какие. Но ягодки. Очень, кстати, ароматные, вкусные. Еще помню, в прошлом году мы их набирали. Не помню, как называются. С этими морковками. Здравствуйте. Ты уже морковь собираешь? Чтобы хорошо росла. В начале лета. Ближе к середине, вернее. Надо ее прореживать. Ночью. Да? Когда она спит, морковка. Маленькие такие, тебе не жалко их?